Добрый день, друзья, с вами снова Дмитрий Спенко из Крыма. Сейчас мы находимся в центре Севастополя и ожидаем начала концерта, на котором заявлено появление Владимира Путина. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый весенний вечер, дорогие севастопольцы, крымчане, россияне! Сегодня мы собрались на площади Нахимова, чтобы отпраздновать годовщину возвращения домой. Это наш праздник, россияне! Крым вернулся домой! Итак, концерт начался. Начался со знаменитой песни «Севастопольский вальс» звучит над центром города. Пока есть Черноморский флот, Крым и Севастополь будут русскими! Уважаемые земляки, время летит быстро. Вот уж через несколько дней будет 4 года, как произошло событие, которое изменило течение жизни нашего города. Мы вернулись к своему историческому пути. Мы сумели отвести войну от наших домов. Это можно назвать провидением, можно назвать удачей. Конечно, это успех, тем более бескровный. И творца этого успеха прежде всего вы. И я хочу поблагодарить за него прежде всего вас. Я хочу вспомнить всех, кто сочувствовал, помогал, пользуясь присутствием командующего Черноморского флота, поблагодарить черноморцев, без помощи которых едва ли бы решили эти проблемы. Поблагодарить всех жителей большой страны, поддержку которых мы чувствовали, и поблагодарить президента России, своевременное решение которого не позволило случиться на нашей земле кровавому сценарию. С наступающим праздником, уважаемые земляки! Спасибо, Алексей Михайлович Чал и Александр Викторович Витко. Эти аплодисменты сейчас для вас, друзья! Мысел Божий таков, знают это в Сибири и в Курске. Пусть пройдет еще сотня веков, Севастополь останется русским. Это выше, чем радость и грусть, это в родину вера святая. Севастополь такая же вечная Русь, как Сибирь и Москва золотая. Севастополь такая же Русь, как Сибирь и Москва золотая. Севастопольцы и крымчане в едином порыве. Встали на защиту родного города, родного полуострова, а фактически на защиту России. И по совести это Россия. Перед ждет земля родных своих.
своих ребят. Там за туманами вечными пьяными, там за туманами жены их не спят. Сейчас на площади Нахимова собралось более 40 тысяч человек. Концерт продолжается, все ждут Владимира Путина. Сейчас он появится на сцене. Добрый день, дорогие друзья. Мне очень приятно в этот день быть вместе с вами. Да еще где? В городе нашей трудовой и боевой славы. В городе героя Севастополя. В городе славы русских моряков. 4 года назад, вот сейчас только об этом было сказано, вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом, в дом нашей общей родины, в дом нашей матушки России. Вы своим решением восстановили и историческую справедливость, которая была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно даже по советским законам был отторгнут от Российской Федерации, от РСФСР. Вы своим решением показали всему миру, что такое настоящая, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение, проголосовали за свое будущее и за будущее ваших детей. Да, дорогие мои, нам еще очень много нужно будет сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом. Это все вещи долгосрочного характера, но мы их делаем, будем делать, и мы обязательно все сделаем, потому что когда мы вместе, мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи. Большое вам всем спасибо. Я вас крепко-крепко обнимаю. Спасибо. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. До свидания. Спасибо большое. Итак, друзья, Севастополь встретил своего президента. Вот так встретил. А мы отвечаем: годовщину воссоединения Севастополя и Крыма с Россией. Да!